Друзья, всем привет! Ловлю сегодня рыбу на удочку вот в таких вот зарослях. Заросли, вода. Вода уже спадает на оке. Вот если вам видно по кустам, вот так идет, сколько было воды здесь. Вот я сейчас сижу здесь, считай. У меня здесь было, наверное, с головой воды. Но сейчас она спадает. И вот здесь ловлю на удочку, такое местечко нашел. Или добрался сюда, костюм одел. Вот так, чтобы добраться. Ничего не просто так добраться до этих мест. И будем сегодня здесь ловить рыбку. Посмотрим, что нас ждет. Давайте, ребят, ловить. Но будем ловить тихонечко. Здесь шуметь не надо, здесь не глубоко. Рыбка должна здесь быть. А ловить сегодня буду просто вот так, на удочку, на червячка. Крючочек один, поплавочек. Чисто так в удовольствие, ребят. Все, червячка нацепим. И сейчас в кустиках забросим. Червячок-то какой живой, хороший. Все, ребят, забрасываемся. Ребят, пока вот такая вот плотва. И то уже нормально. Ловим дальше. Решил попробовать чуть другое место. Чуть сюда вот перейти. Здесь, наверное, помельче будет. Попробуем сейчас в травке. Докуда, интересно, могу дойти. Здесь такое уже илистое дно. Давай туда попробуем. Там рыбка есть. Ребята, здесь поклевочка была. А рыба в кустах стоит, походу, вся. Так иногда выходит на такие полянки, такие прогалы. Поклевочка и все одна. Отлично. Есть, ребят, поклевка. Водит. Сейчас поймаем, надеюсь. Так. Повела потихоньку. Сейчас мы чуть-чуть. Во. Давай. Блин, ушла, ребят. Еще разок ей предложим. Пожевала. Ребят, поклевка. Есть, ребят, хорошая. Посмотрите, какая плотва. Вот это плотва. Вот она в травке вся стоит. И так с жадностью схватанула. Там в травке вся она. Вот такого смачного червячка нацепил. Попробуем еще раз то место. Опа. Да, надо тяжело забросить, ребята. Опа. Не зацепиться, главное. Она там в травочке, в кустиках стоит. Или ходит. Я то здесь кидаю, то вон там. Сейчас, если не будет здесь, вернусь в свое место. Везде попробуем. А пока здесь были поклевки. Ищу новые места.
Вот так хожу здесь в костюме. По кустам. Здесь местами мелко. Хочу там пройти где-нибудь. В кустике попробовать. Какое-нибудь местечко найти. Обошел много кустов и вернулся все-таки обратно. Здесь поудобнее. А там мелко, травы много. Рыбка, может, там и есть местами, но там не очень. Поклевка, ребята. Ушла. Что ты будешь делать? Рыбка в кустах вот там. Туда тяжело забросить. Видите, как... Опа! Ветки. Есть, ребята. Хороша плотва. Раздыбал я ее место. Там в кустах. Надо очень осторожно кидать там. Очень тяжело туда закинуть. Опа! Но там, ребята, рыбка есть. О, отлично закинул. Как раз туда кустиком, куда и надо. В этих кустах полно рыбы. Я думаю, она здесь будет еще держаться. И отсюда она уже не уйдет никуда. Может, вода уже спала, она здесь осталась. Маленько вот так сыгранем. Так, ведет, ведет, ребята. Давайте. Есть. Хороша. Нормально. Не такая крупная, но все же. Пробую так по кустикам покидать. Рыбка-то похаживает, видно. Я попробую здесь, попробую еще дойти до туда. Но пока здесь попробую. Может, здесь поклевать будет. Вон друг у меня прямо плещется небольшая, но факт то, что она меня не боится. Давайте вот туда попробуем. Оторвал крючок, ходил к машине, цеплял. Плавок хорошо остался на месте. Ходил, лазил по дебрям, зацепился. А там глубоко. Не дойти, хоть и в костюме. Попробуем сейчас здесь, на моем первом месте. Здесь вроде поклево сначала. Поклевочка, ребята, я видел. Ага. Есть, ребята, хорошая. Хорошая плотвичка на червячка. Вот такая. Нормально, жирненькая. Пока еще не шершавая. Ну что, друзья, буду на сегодня рыбалку заканчивать. Рыбка здесь есть, но клевать пока она не хочет. Но начало есть. Я еще думаю, сюда еще вернусь. Здесь полно рыбы. Ну, что-то она перестала. Может быть, к вечеру. Может, еще вечерком приеду с Мишей, посмотрим. Ну, пока так. Ну все, ребят, всем пока. Увидимся.